Слава нашему Господу, братья и сестры, что Он собрал сегодня нас для того, чтобы нам поучиться правилам небесной жизни. Я сегодня хочу поговорить немножко о строительстве, не о строительстве нашей церкви, вот этой физически, что мы строим ее, а о строительстве нашего внутреннего духовного человека. В мире очень много было строителей различных. Вот, ну, например, египтяне были прекрасные строители, которые увековечивали память свою посредством пирамид сфинксовых. И еще они имели в этом земную мудрость для того, чтобы увековечить свое имя. Также был Нимрод, который построил город. Вот, и тоже он увековечил память об этом городе. Его знают, где он находился. Фундамент нашли где-то около 18 метров глубины, так я слышал, говорили. Был также и еще один такой Навуходоносор, который тоже увековечил память. Но от этого его города осталась груда камней. Ее разрушили медяне, и там осталась груда камней, о которой пророк Исаия пишет, что он никогда больше не построится. Говорили, что Саддама Хусейна сын хотел там строить, что это такое, восстановить его, но не получилось у него, потому что это сказал Господь. Но были и такие строители, как вот, например, Моисей. Это был, знал дело, потому что он имел общение с Господом и строил скинию, которую он видел, и Господь ему показал, и он по этому образцу построил на земле скинию для того, чтобы туда приходили священники, народ поклоняться, прославлять Бога. Это было здание, не здание, а ну, столбы там были из акации сделанные, вот, подножья были серебряные, кожи были там, ну и некоторые драгоценности туда влаживали. Было прекрасное здание, где они поклонялись и имели общение с Богом священники и народ. Был также еще один такой строитель, это был строитель Нерон. Когда ученики были на горе Елеонской, я тоже там был в Израиле, то там я видел со стороны, как смотрится вот этот храм, который арабы построили, и видел его вот со стороны. Ворота эти были, там одни заложенные ждут, когда князь пройдет через них. Вот, они ждут евреи этого момента. Но вот Христу сказали, что посмотри, какое здание, какое оно хорошее, прекрасное. И Христос сказал, все это будет разрушено, не останется камня на камне. Вот были такие строители. И еще даже, вот, например, был строитель Павел. Он тоже содействовал людям, чтобы они строили храм в себе Богу живому. И он говорил некоторые правила, как нужно построить этот храм. Вот об этих мы немножко поговорим еще о духовном строении нашего храма.
Вот здесь я прочитаю одно гимн, который мы раньше пели, когда были молодые, нам он очень нравился, и такой простой гимн, но он нам очень нравился, и мы его пели. Тоже он говорит о строительстве дома. Человек один строил дом, и как у него этот дом не смог получиться, а потом, когда он сблизился с Господом, то он построил этот дом. «Было время, я ликую, шел на Божьи дела, говорил, я все могу я, предо мной падет скала. Я трудился рвенье полный, строил дом, пахал поля, но мой дом размыли волны, не дала плодов земля. И тогда душой смущенной я людей на помощь звал, но в работе обновленной их совет не помогал. Безутешный и унылый я упал на берегу. Беден я, во мне нет силы, ничего я не могу. Но меня достигло слово, я к тебе так близок был, силой помощи готовой, но о мне ты позабыл. Встань, возьми меня за руку, много-много силы в ней, и твой труд, рассеяв муку, я свершу рукой своей. И я принял зов и смело взялся за руку Христа, с ним пошел на то же дело, на бесплодные места. О чудо! Зреет колос, вырос дом на берегу, и воспел мой громкий голос. Все я с Господом могу. В 15 главе Евангелия от Иоанна там есть такие слова написаны, 4 стихом. «Без меня вы ничего не можете делать». Христос сказал. Поэтому, дорогие друзья, у нас есть строитель, и такой строитель, который назван Отцом Вечности. Без Него ничто не начало быть, что начало быть. Все через Него начало быть. Все. Вот когда апостол Павел был в Афинах, то он там ходил, смотрел храм, вот, этой Артемиды посвященный. И вот он говорил там, я вижу, вы как бы особенно народ набожный, и вы как бы чтите Бога, у вас вот есть и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». И он говорит, вот этого Бога, которого вы чтите, я вам говорю о нем. Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Через него творились ангелы, через него творилось солнце, земля и все, что ее наполняет. Через него все стало быть, что не начало быть. Слава нашему Господу! Он и нас сотворил. И вот сегодня брат один сказал, что кто-то там, какой-то видный деятель, сказал, что он вот в жизни нет счастья. Нет, есть счастье в жизни. Это даже один человек сказал, жизнь – это уже счастье, жизнь, который Бог нам дал. И только надо избрать правильную жизнь. Избери себе жизнь, чтобы жить. Это очень хорошая жизнь. Она сама о себе говорит. Поэтому царь Давид,
в 118-м псалме, он говорит: «Душа моя в руке моей». Значит, человек куда на свобода. И он может избирать себе жизнь счастливую и жизнь несчастливую. Это в его право. Бог никого не принуждает так, чтобы его силою заставить служить ему. «Придите ко мне, все труждающие и обремененные». Он просто говорит: «И научитесь от меня. Там немножко надо и учиться чему. И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете, возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо и бремя легко». Бога хорошо с Богом, поэтому мы с Богом можем построить хороший дом. Хороший дом. И вот эти строители, духовные строители, я прочитаю об одном строителе. Это апостол Павел пишет. Он пишет Коринфлянам, 4 главе. Здесь такие слова есть. Главное, что без веры Богу угодить невозможно. И строение это без веры, оно не совершится никогда. Бог хочет, чтобы мы верили. И вот здесь Павел пишет, он знал об этом и говорил народу. Второй стих. От домостроителей, 4 глава, 2 стих, 1 Коринфлянам. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верен. Несмотря на обстановку, которая нас окружает в этой стране, несмотря на эти беззакония, которые творятся, то мы должны быть верными до конца нашей жизни Господу и ходить путями Его, потому что Он проложил нам путь в Царство Небесное. Он есть Сам Отец Вечности, и Он проложил нам этот путь, чтобы мы шли по следам Его, чтобы мы были верными. И вот еще дальше, на каком основании мы можем строить дом? Я прочитаю это. Здесь апостол, евангелист Матфей пишет Евангелие от Матфея такие слова. Я немножко попутал. Ну ладно, извините. Вот здесь написано так, я прочитаю Евангелие от Луки. Глава 14, со стиха 27. Здесь Господь, сам Иисус Христос, который принял слова от самого Бога, Он рассказывает нам тайну о строении духовного дома нашего, внутреннего человека. И вот здесь написано с 27 стиха: «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Здесь тоже есть условия определенные, где человек должен за Христом идти, не отрекаясь, что бы ни было. Он сказал: «Когда я приду с ангелами моими, и чтобы взять народ свой, то те, которые оставили Бога, они не войдут в жизнь вечную туда, в чудный этот город. А те, которые служили Ему, Господь их на облако возьмет и введет их в этот вечный чудный город». И вот здесь дальше написано: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек,
Имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание, и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Когда нас принимали в члены церкви, то говорили, вы хорошо подумали, в то время, чтобы христианином настоящим быть, нужно было чего-то лишаться. Или дома лишаться, или семьи лишаться. Если Господа любить, то были такие случаи, когда братья по 25 лет, у нас один брат Ткаченко Иван, он 25 лет ему дали срок за Христа. И вот здесь надо чего-то лишаться. Поэтому говорили, Василий, мне служитель говорит, ты хорошо подумал? О, да, я хорошо подумал. Вы знаете, тогда это в розовом цвете было. Вот. Она не совсем молодой человек может понимать, что это такое. А когда случались случаи, когда нас переписывали, когда кого-то штрафовали, то и некоторые не хотели ходить на собрания, не хотели быть служителями, потому что лишиться могут всего. И попасть туда, на Колыму или где там, Магадан, вот, проводить время. Поэтому, дорогие друзья, в настоящее время это время свободы. Вот. А свобода, мы с женой эту рифму составили, она порождает грех. Поэтому в этой свободе надо как никогда быть очень благоразумно ее проводить среди этого, вот этого народа. Народа. Вы знаете, что дьявол, он старше нас. Он на небе бунт сделал. И тут на земле все силы посылает, делает бунт. Вот, среди христиан делает бунт. И люди иные не знают, почему вот он бывает, что в таком состоянии. Потому что он много разрушений сделал в христианской среде. Очень много. Вот пророк Захария пишет, там есть, говорит, вот эти четыре рабочих идут. Они, говорит, собьют рога этому, это Захарии написано, разбойнику. Он не только на небе сделал этот бунт и на земле, и он еще и Гоморре там, и многие другие он вещи делает. Поэтому придет время, когда его не будет на земле зла, и его не будет. Он будет брошен в озеро Огненное, и все последователи за ним, и зверь лжепророк, и будут там находиться. Поэтому, дорогие друзья, мы должны быть очень бдительны сейчас, особенно в это время, когда все силы зла, они восстают против здравого учения Иисуса Христа. Сейчас говорят, что раньше было невозможно, не нужно было делать. Сейчас говорят, можно делать. Свет называют тьмою, тьму называют светом. И дела такие, что даже подумаешь и здраво помыслить, они, дорогие друзья, очень скверные. Поэтому, чтобы нам не попасть в его цепи, в его ров, мы будем обращаться к Иисусу Христу, который сказал, я вас не покину и не забуду, я поведу вас. Вы в надежных руках, вы в моих руках находитесь. Вы находитесь в отцовых руках, двойные руки нас хранят. Поэтому будем помнить это, защиту от Господа. Еще, дорогие друзья, я хочу напомнить, что строительство,
у нас идет на Господе Иисусе Христе. Есть вот написано, что Иисус Христос стал угловым камнем, на котором строится и церковь, и мы строим свой храм. В 117-м псалме, в псалтыре, есть тут такие слова написаны. Мы сейчас их прочитаем. Здесь написано о том пророчески, что вот этот камень, 22 стих, 117, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся. Здесь пророчески еще за 1000 лет до рождения Иисуса Христа было написано, что будет этот камень, и он камень будет в основу положен церкви, в основу каждого человека, который думает строить дом свой для неба, для Господа. И вот этот камень, которого зиждили евреи, а он был отвергнут. Но посредством этого камня человек получает спасение на этом основании. И здесь есть написано, апостол Петр еще пишет интересные слова. Это написано во второй главе со стиха первого. Я прочитаю. Вот, постарел, и очки надо несколько штук иметь. То потеряешь, то ушки сломаешь. Ну, ничего. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, это отложить надо христианину, который думает строить дом для Господа. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, камень живой. Мой брат привозил этот камень, он работал там в Сибири, в Алдане, и он там привозил этот камушек, но он уже, там минералы, они, наверное, влага не попадала, и он не мог уже работать для того, чтобы выделять из себя золото или серебро, или железо, или медь. И вот он показывал мне его, этот камушек, чтобы мы были не засохшие камушки, а живыми камнями были, живыми, приступая к нему, камню живому, человеками, отверженному, посредством которого мы и евреи получаем посредством его имени спасение, слава нашему Господу. Но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Эти люди не спасенные. Поэтому, дорогой друг, если ты пытаешься этот дом построить, знай, что Господь тебе поможет его построить. Но еще хотелось немножко, я хоть жарко,
Но я задержу ваше внимание, вот, не обижайтесь на меня, вот, я долго не читаю вообще-то. И вот, это, когда Христос был на земле, то Он пришел в храм, и Он там обнаружил, что там находятся очень неправильное служение проводили. За место этого храма они сделали и продажу, и куплю, и миновщики денег, и животные были там. И он очень рассердился на них там и навел там определенный порядок. Поэтому, дорогой друг, разве вы не знаете, что вы храм Божий, и что Дух Святой живет в вас? Разве вы не знаете? Знаете. И поэтому из этого храма, из сердечного храма, нам надо выгнать все это такое нечистое, вот, нехорошее выгнать. Вот я как-то читал Евангелие от Марка. Евангелие от Марка я читал. И вот там есть такие слова. Мы прочитаем. Здесь, когда Иисус Христос был на земле, то Он говорил, что не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Смотрите, что может осквернять нас? Чтобы этого не было, нам нужно оттуда все это, всю нечисть изгнать посредством Господа Иисуса Христа. Посредством Духа Святого. И Господь этого хочет. Вот смотрите, что исходит оттуда, из нашего сердца. Прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство – все это изнутри исходит и оскверняет человека. Да очистит нас Господь от всех этих зол. Да, дорогие друзья, вот это надо нам просить Господа, чтобы Он простил нас, если где-то что-то у нас, наши светильники начинают гаснуть, служителя есть, вовремя покаяться надо, оставить грех, потому что мне нравится притча Соломона. Он говорит, кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, и царь тому друг. Дорогие друзья, сам Господь Иисус Христос становится другом моим, твоим. Поэтому, дорогие друзья, будем более всего хранить наше сердце, потому что из него источники жизни вытекают, и многое хорошее вытекает. Поэтому нам нужно вот беречь вот себя, потому что Господа просить, чтобы Он помогал нам. И вот здесь мы еще, чем нам можно, вот теперь мы прочитаем. Мы прочитали это негативные такие вещи, которые мешают христианину сблизиться с Богом. А вот еще, что нам нужно сделать, чтобы, как написано, мудрая жена украшает свой дом, чтобы вот этот храм, украсить его внутри. Я однажды видел такое сновидение, вижу, что здание какое-то, маленькое здание, и я ключ держу. И я, когда начал его открывать, открыл, то там комнатка. И в этой комнатке такая красота, различные цвета. Камней самих я не видел, чтобы так они были устроены. Но сама красота из цветов, она меня поразила. Это чей-то дом духовный, который Господь показал, чтобы и мне иметь такой домик, для того, чтобы угодить мне Господу. А чтобы угодить Господу, Иов пишет в 22 главе, 21 стихом, сближься с Ним, и будешь спокоен.
И за это к тебе придет добро. И еще, ты хочешь, чтобы вот радуга, ты видел радугу? Какая она красивая, когда вот это, после дождичка. Какая она красивая. Ты хочешь, чтобы она в твоем сердце была? То ты можешь это сделать. Вот есть такое написано, есть написано, я прочитаю Галатам, и вот здесь апостол Павел пишет: мы украсим, украшать должны чем? Нашего внутреннего человека, внутри, что должно находиться в нашем храме. Вот здесь, плод же Духа, любовь. Ну, любовь, это хорошо, когда в нашем сердце. Некоторые говорят, любовь – это башня, а верность – это основание. Любовь. Когда хорошо, когда любовь в сердце нашем находится. Хорошо и приятно жить братьям вместе. Вот. Это очень хорошо. Радость. Это тоже хорошо. Господь дает нам не ту земную радость, а дает нам радость вот, неба, мир. Очень хорошо. Без мира и святости никто не увидит Господа, поэтому мир, когда в сердце, и с человеком побеседовать можно, и не убежишь от него. А когда человек что-то начинает козни строить, то это плохо. Один брат рассказывал, говорит, я работал на работе. Один человек полностью всю бригаду это заводил. Он прицепится к кому-нибудь и обязательно придет с утра, и чтобы скандал устроить. Ну и говорит, ну что мне делать? Он рассказывает, брат. Я, говорит, он пришел и ко мне начал заводить меня. Я, говорит, ну думаю, на весь день испортит все настроение. Подошел к супервайзеру и говорю, слушай, а вот ты мне помоги, вот это, чертеж дал ему, как вот это сварить, как сделать, что. Он покрутился, покрутился и ушел, и я освободился от него. Иногда надо избегать эти острые углы. И вот здесь, дорогие друзья, мир – это очень хорошо. Мир, без мира Господа мы не увидим. Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Семь. Неужели, дорогие друзья, если в нашем сердце все это будет, да это будет жизнь на земле райская. Апостол Яков тоже очень интересно пишет за эту семицветную радугу. Я прочитаю. Вот здесь написано. Мудрый ли, разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, это, она иссушает человека, она ненавистна и Господу, и людям, эта зависть. Горькую зависть и сварливость. Иногда, дорогие друзья, в доме иногда получается такое, что не славящее Господа. И человек как заведется и не остановится. Вот это очень плохо. И сварливость, там неустройство и все худое. Но вот смотрите, семицветная радуга, она в мудрости сокрыта. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна. Плод же правды сеется у тех, которые хранят мир. Да, дорогие друзья. И еще хочется сказать немножко. Нам нужно спокойствие в наше сердце. Очень нам нужно сейчас спокойствие. Люди, теряющие спокойствие, некоторые теряют даже жизнь, в депрессии впадают. Поэтому, когда все хорошо, вот как это,
Мы сегодня пропели вот этот гимн наши братья. Хорошо, когда сердце спокойно. Хорошо, когда нет в нем зла. Хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина. Слава Господу, дорогие друзья! Хорошо, когда и мир, и спокойствие, и любовь, и терпение. Иногда, дорогие друзья, вот я слышал, человек потерял работу, и депрессия с ним приключилась. То есть получилась у него болезнь, что он даже потерял возможность ходить. Поэтому нам нужно следить за собою. Что мы должны делать? Во-первых, мы должны очиститься. Написано, скрывающий преступление не будет иметь успеха. Не будет иметь успеха. Потом мы должны молиться. Обязательно молиться. Без молитвы это как без воздуха. Не получится ничего. Чтобы Дух Святой нам помог освободиться от всей этой грязи, что приносит к нам душевные расстройства. И должны мы еще освятиться, петь псалмы, любить нашего Господа, читать Слово Божие. Написано, если бы не Господь был мне утешением, то я бы погиб в день бедствия. Поэтому Слово Божие дает человеку спокойствие. И вот сейчас мы будем молиться. Я еще бы прочитал немножко, но я уже, это, жарко очень. У нас сильно тепло. Поэтому сейчас мы помолимся нашему Господу, попросим, чтобы нас Он обновил, очистил, омыл, и нам пустить эту семицветную мудрость, эту семицветную радугу, чтобы она сияла не только в церкви, но и когда выйдем за церковь среди этого мира. Аминь.